Народная мудрость гласит: бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как клепают российские новости о войне в Украине. Обстановка на линии соприкосновения на Донбассе в последние дни обострилась до предела. Эта неделя, конечно же, не стала исключением. Даже напротив, создавалось стойкое впечатление, что гости из Москвы натрескались молодильных яблочек и превратились в себя же, но образца 2014-го. Жаль, правда, что как в мультике «Рога», после каждого вранья у фейкометов не растут. Иначе не то, что до троллейбусных проводов дотянулись бы, высоковольтные линии бы даже порвали. Украинские военные продолжают обстреливать города и поселки Донбасса. При этом, как отметили в Минобороны ДНР, огонь ведут в том числе из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Начнем со свеженького. Эта новость буквально взорвала что российские, что недоросские телеканалы. Шутка ли? Взрыв? Покушение УкрДРГ. В Донецке выясняют обстоятельства мощного взрыва, который прогремел в самом центре города и привел к жертвам. Казалось бы, ничего нового, особенно в свете продолжающегося разгона российских методичек об ужасной террористической Украине. Однако это был тот самый случай, когда координация явно подвела. И лебедь, рак и щука стремительным галопом понеслись так, что развалили всю кремлевскую повозку. ЧП произошло недалеко от дома вице-премьера ДНР и командира батальона «Спарта» Мотороллы. Изначально со взрывом в Донецке было все просто. Некий мужичок отыскал то ли снаряд, то ли огнемет и отошел в кустики разобрать находку. Свидетели сообщили о том, что незадолго до происшествия видели неизвестного гражданина, который нес в руках предмет, похожий на РПО «Шмель». История типичная для мест, где идет война. А тут еще «Россия-24» уточняет: погибший бомж. Ну, решил мужик металлом поживиться. При взрыве погиб бомж, его тело разорвало. Но, видать, в Москве быстро сообразили, что под такое дело хороший разгон замутить можно. И вот во что превращается история с бомжом, разбиравшим снаряд. Погибший мужчина средних лет с короткой армейской стрижкой. У него был как минимум один напарник. Слыхали, братцы? Не бомж это был, а мужчина с армейской стрижкой. Да еще и с напарником пришел. Ну, точно, диверсанты. У него был как минимум один напарник. Легким движением руки один бомж превратился в целую банду, которая, внимание, готовила покушение на первых лиц республики. Кстати, в Донбассе покушение на руководство народных республик Луганска и Донецка – не редкость. На кого конкретно, правда, не уточняли. Одни кричали на вице-премьера, другие – на моторолку, третьи – про Захара. Народу телевизора за валидолом не успевал бегать. А тут еще РЕН-ТВ добавила красок. Ко дню независимости хунта теракт планировала. Не исключено, что теракт планировался ко дню независимости Украины. Представляете коварство? Планировали так к празднику, но загулялись и забыли. Да так, что пришлось уже на следующий день комиссии. Микадзе засылать. С другой стороны, такие истории хороши тем, что нагляднее некуда дают понять, как делают новости на российских каналах. Кстати, сенсация, там укропы про бомжа врали. Так вот, это 20 агентов ЦРУ теракт планировали. И это не считая литовских снайперов. Естественно, как только поднимается волна, в бой бросают сразу всех ручных обезьян. И вот уже командант Захарченко тоже, оказывается, чуть жертвой террористов не стал. Бимбу возле дома еще в понедельник нашли. Могу сказать следующее, что в понедельник на этой неделе была обнаружена закладка на меня, руни моего дома. А вот почему молчал так долго, в новостях нам не рассказывают. Ну а чё? Может, дядька перепугался и до речи потерял? Или просто занят был? Фашисты вон, если на вату убрать собрались. Была информация о попытке в Украине совершить прорыв на участке Спартак и Синовата. Ну, обратите внимание, был за нас. Пошел дождь, украинская техника, которая еще не успела вернуться с парада, просто не выехала с поля. Представляете себе уровень? Собрались в атаку. Техники нагнали, а! Колонны выставили, а тут дождь, оп, и все пришлось отменить. Чуешь, Микола? Не, я на мокрому Абрамсе не люблю наступать. Завтра Нулан зателефонує, нехай то собі кліматичну зброю вмикає. Ну, честно говоря, мы не знаем, дозвонился ли рядовой Микола Виктории Нулан. А вот то, что счастливым пользователям оператора «Феникс» было сложновато набрать Лаврова и Путина – факт. Сегодня ночью произошла очередная диверсия, в результате которой были повреждены сети
телекоммуникационный, и Углегорск остался полностью без связи. Разумеется, что по версии бравых новороссов и тут не обошлось без вездесущих диверсантов. Срезали, сволочи, кабели республиканского оператора, негодовали граждане недореспублик. На данный момент Министерство связи со специалистами пытается устранить данную нарушение, которое было сделано. Но мы бы настоятельно порекомендовали работникам МГБ поискать этих диверсантов в ближайшем пункте приема цветных металлов. Но самое забавное не в этом. Отморозки тупо украли оборудование Киевстара и запустили на нем тот самый «Феникс». Боевики ДНР создали на базе захваченного оборудования свой мобильный оператор «Феникс». Теперь же воры животы рвут от негодования, мол, а кто это посмел краденое имущество портить? Мы ж денежку косить так не можем. Именно в таких историях и прослеживается уникальность молодых недореспублик. Но где еще такое возможно? Вот эта вакханалия, которая у них там творится, можно списывать на все, что угодно. На наши диверсионные группы, которых там нет и быть не может. А у них просто идет вот такая вот бесхозяйственность в плане бесконтрольность. Где могут приехать, висит алюминиевый провод. Отрубили провода, смотали сколько смогли, быстро раз и уехали. Вот это у них происходит на каждом шагу. А это уже Горловка. Еще одна точка на карте, где и боевых новороссов, и их единомышленников с микрофонами на этой неделе кто только не макал. Для начала дежурный щелчок по носу фейкометам выдали наблюдатели ОБСЕ. Ровно до их отчета сразу все федеральные каналы бились в истерике. Ох, каратели, только с мирными жителями и воюют. Много жилых домов повреждено в Горловке. В ночь на 18 августа жилые районы Горловки вновь подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Ну а дальше был тот самый отчет ОБСЕ по событиям в Горловке. Приехав на место обстрела, международные наблюдатели заметили не только дома мирных жителей, но и, о чудо, точки для врытой техники и гаубиц. Патруль миссии остановился, но успел заметить окопы и ямы для укрытия транспортных средств и техники. По оценке наблюдателей, это были огневые позиции для размещения боевых машин, пехоты, БМП и буксируемых гаубиц. По удивительному стечению обстоятельств, российский вояка из совместного центра по контролю и координации тут же предложил наблюдателям ОБСЕ сворачиваться и заканчивать осмотр на месте. Мол, не надо там смотреть, а то не дай бог случится чего. Когда наблюдатели подходили ближе к месту происшествия, офицер Вооруженных сил Российской Федерации при специальном центре контроля и координации рекомендовал им дальше не приближаться. Что получается в итоге? Боевики врывают технику в землю прямо возле домов людей. И это доказано. По оценке наблюдателей, это были огневые позиции для размещения боевых машин пехоты. После чего начинают поливать по тому же Торецку. И как только начинается подавление огня, тут же вылезают московские корреспонденты с камерами. Ёшки-матрёшки, глядите, что фашисты творят. Много жилых домов повреждено в Горловке. Но самое забавное было дальше. Нет, конечно, про методички и темники из Кремля это украсми врут. Но просто сравните эти два сюжета о событиях в Горловке. Снаряд попал в угол строения учебного заведения. Снаряд упал в угол строения учебного заведения. Раз не в глаз, как говорили обычно в донецких дворах. Поэтому продолжим сравнивать. Власти Горловки сумели в кратчайшие сроки восстановить школу. О, а может это братик и сестричка внебрачная? Пусть родинки что ли общие посмотрят. И вот опять учебное заведение не готово к приему школьников 1 сентября. Впрочем, зачем сразу брат и сестра? Может, благодаря нам люди судьбу свою найдут? Как говорится, антизомби соединяет сердца. В остальном ситуация не такая, веселая и радужная. Боевики, не стесняясь, сбивают беспилотники ОБСЕ, чтобы потом лихо списать все на укропов. Дошло до того, что уже Хук пошел с Басуриным по этому поводу встречаться. Но много ли толку от пешки Эдички? Российские войска вдруг срочно засобирались проводить учения прямо у границ Украины. И, видимо, так усердно взялись за дело, что в Луганске волонтеры информнапалма обнаружили уникальный комплекс радиотехнического контроля «Свет-КУ». Вангуем! Девчонку создателя комплекса «Света» зовут! Но главное в том, что отжать у укропов такую «Светку» просто нереально. Ну, хотя бы потому, что у нас на вооружении такого нет. А значит, военторг продолжает работать. Естественно, не для того, чтобы просто покататься. Благо, на последней летучке в Эстонии Обама по секрету нашептал, что украинская армия ко всем сюрпризам готова. Готова и встретить, и проводить в последний путь и понаехавших, и заблудившихся. И это уже без шуток.